Следующий вопрос задают зрители нашей онлайн-трансляции. Чем отличается ваша ракета от ракеты Королёва? Большая разница это то, что мы сфокусированы на восполняемой энергии, возобновляемой энергии. И когда мы думаем о том, как трудно сделать дизайн ракеты, сконструировать ее, запустить ее, как трагично, что ракеты потом просто не используются, и вот эти ступени, они разбиваются. Фундаментальный прорыв, который нам большого размера ракеты. Вот они как раз и будут уже полностью переиспользуемыми. И кроме того, они будут самоуправляемыми и при этом самодозаправляющимися. Мы сможем таким образом заправлять их в космосе или в каком-то другом месте. И это, кстати, тоже очень важное условие для ракетостроения на данный момент. Вот это самое важное отличие, которое существует. Во-первых, возобновляемость, во-вторых, переиспользуемость и возможность дозаправки. Поэтому надеюсь, что в будущем у нас будет уже полная возможность переиспользовать все части ракеты. Вот это и есть основополагающее отличие на данный момент.